Здорово, это Шамшурин, и это видео о том, как поменять свое окружение. Но прежде чем ты будешь его смотреть, если ты еще не подписан на мой канал, я рекомендую тебе обязательно это сделать для того, чтобы смотреть мои видео первым. Итак, как поменять свое окружение? Почему его вообще нужно менять и нужно ли менять, об этом я хочу с тобой сейчас поговорить. Как говорит Тони Робинс, вы становитесь тем, с кем проводите время. Например, ребенок, родившийся в интернате, в родильном доме при тюрьме, он навряд ли станет великим пианистом или каким-то деятелем искусства, хотя, конечно же, всегда есть исключения, только потому, что он родился и растет в определенной среде. Среда, которая формирует его сознание, формирует его какие-то жизненные принципы, формирует его характер и вообще картину мира. Давай определимся вообще, нужно ли тебе менять свое окружение. Я предлагаю тебе сделать следующую штуку. Возьми всех своих знакомых, всех своих родственников, всех своих близких людей, с которыми ты общаешься относительно часто, ну, например, то есть не реже, чем раз в месяц, и оцени их, то есть для начала ты выписываешь их, вспоминаешь, кто эти люди, и следующее будешь их оценивать, то есть оцениваешь их по следующим критериям. Но прежде чем ты будешь их оценивать, у меня к тебе такая просьба. Если ты хочешь, чтобы это видео действительно тебе помогло, то тебе действительно сейчас нужно уделить этому времени. Просто ставь его на паузы или пересматривай несколько раз и выполняй те вещи, о которых я тебя прошу. Значит, первое. Оцени их по следующему критерию. После того, когда ты общаешься с ними, уходишь от них, радует тебя общение с ними или угнетает? То есть в каком настроении ты уходишь от них? Поставь напротив каждого персонажа плюс или минус. Следующий критерий. Оцени их по поводу, кто из них больше тебя зарабатывает. И, соответственно, какие у них финансовые условия, какие у них финансовые ситуации вообще. Следующий критерий. Хочешь ли ты быть на них в чем-то похожим? Еще один критерий, который я тебе рекомендую, это их здоровье, это их здоровый образ жизни, либо нездоровый образ жизни, отношение к спорту. То есть занимаются они спортом или не занимаются спортом. Следующее, что бы я на твоем месте сделал, я бы обязательно рассказал им о каком-то своем плане. То есть, возможно, даже, что этот план ты выдумал, и его нет на самом деле. Или он действительно и у тебя в голове созрел. Например, ты рассказываешь им, что хочешь открыть свой бизнес или что-то в этом духе. Или ты рассказываешь, что ты хочешь сменить работу, там, например, на какую-то более высокооплачиваемую. Или освоить какой-то навык или что-то еще. И ты увидишь следующую картину, что одни из этих людей будут тебя поддерживать. Они будут говорить, что «О, круто, там, молодец, мы в тебя верим». Они будут какие-то советы давать, которые, как они считают, облегчат тебе жизнь. То есть, как они считают, продвинут тебя к этой цели. А другие, они будут тебя... Ну, они будут тебя обсирать просто. Они будут говорить тебе какие-то вещи, что у тебя не получится, что да ладно, это нереально, это невозможно, вот они пробовали, у них не получилось, у них был какой-то знакомый, у которого все обломалось, и так далее, и тому подобное. Вот тебе очень такой очевидный признак, как они влияют на тебя. Следующий. Проанализируй то, как они проводят свое свободное время. Вообще, как не только свободное, как у них проходит рабочий день. Что они говорят? То есть послушай, пообщайся с ними. Возможно, что раньше ты этого просто не замечал, а сейчас ты услышишь, как кто-то из них постоянно говорит, что все плохо. Кто-то из них обвиняет в своих грехах там, и в своих жизненных каких-то неурядицах и неудачах кого-то другого. Кто-то говорит, что все будет отлично. То есть там будут диаметрально противоположные мнения. Но, скорее всего, если уж ты смотришь это видео, да, если ты нашел его в интернете, если мы сейчас с тобой друг на друга смотрим, значит, наверное, твое окружение, скорее всего, будет со знаком минус, и все вот эти критерии, о которых я говорил выше, они будут такие окрашены в негативные, мрачные тона. А сейчас я хочу непосредственно поговорить с тобой, именно высказать свое мнение, свой собственный жизненный опыт, как поменять это окружение, потому что у меня за, допустим, где-то за 10-12 лет компании, с которыми я общался, окружение, с которыми я общался, изменилось почти 4 раза, потому что вот из них остался там, буквально 1-2 человека нормальных людей, с которыми я общаюсь на протяжении всего этого времени. И вот так вот отсеивалось, перемалывалось какое-то количество людей. Кто-то отваливался на старте, кто-то проходил со мной какой-то период жизненный, когда я взрослел, когда я становился на ступень выше. Они потом отваливались или они становились выше меня и так далее. Но прежде чем ты продолжишь смотреть это видео, хочу пригласить тебя на наши тренинги. Тренинги, в которых мы прокачиваем мужской стержень, мужскую полярность, в которых тусовка единомышленников, которые все хотят лучшей жизни. И не только с женщинами, но и в плане денег, финансов, успеха, здоровья, спорта и каких-то личных достижений.
Поэтому ты можешь всегда записаться на мои тренинги, ссылка под видео. Переходи после того, когда смотришь этот видос. А сейчас давай поговорим о том, как его поменять. Прежде чем ты продолжишь смотреть это видео, у меня для тебя есть очень важная информация, которая займет буквально несколько секунд. Если ты впервые смотришь мой канал и еще ни разу не был на моем сайте всетвои.ру, то прямо сейчас тебе нужно туда зайти. Почему? Потому что тебя там ждут сразу несколько подарков от меня. Это видеокурсы на тему «Как общаться с девушкой», «Как познакомиться», «Что написать», «О чем разговаривать с девушкой», «Как преодолевать женские проверки и возражения» из серии «Я не знакомлюсь», «Я не даю телефон», «У меня есть парень», «Что делать на свидании» и многое-многое другое. Ты абсолютно бесплатно получишь их на свой e-mail прямо сейчас. Поэтому заходи на сайт всетвои.ру, который ты видишь внизу в описании, забирай свои подарки, ну и, конечно же, записывайся к нам на обучение. Если даже ты не представляешь, где взять сразу вот этих новых людей, которые будут тянуть тебя за собой, а не тянуть тебя на дно и говорить: погнали, попьем пивка лучше, зачем там, да ты лузер, у тебя ничего не получится, что ты о себе возомнил и так далее. Наверняка в твоей какой-то, ну, в твоей зоне общения, в твоем кругу общения все равно найдется какой-то парень, у которого какие-то похожие цели, похожие интересы. То есть ты можешь его вычислить среди них. Даже если его нет в твоей компании, возможно, он у тебя есть где-то на работе, и ты видишь, что этот чувак такой интересный, что он там ходит на какие-то тренировки, он общается с девушками, он пытается как-то заработать, что-то еще. Ну, то есть у него есть какие-то интересные жизненные моменты. Может быть, он ходит на какие-то обучающие тренинги, семинары, читает книжки. То есть он к чему-то стремится, он куда-то ездит отдыхать и так далее. Попробуй с ним заобщаться. Если этот парень как бы живет так же, как и ты, и не знает, где ему найти единомышленника, поговори с ним, скажи: чувак, вот мне все надоело, я хотел бы поменять свою жизнь, там, а ты слышал про такой-то проект, там, или про таких-то людей в интернете, которые говорят об улучшении личной жизни, ну, не знаю, тот же Брайан Трейси, Тони Робинс, там, Киосаки, Кеха, то есть кто угодно. То есть ты ему говоришь про этих людей, он говорит: да, круто, я слышал. Там, а давай сходим на какой-то семинар, давай сходим на какой-то тренинг. Слушай, а поехали вместе, там, выйдем в соседний город, попикапим, подходим к девушкам, познакомимся с ними. А давай вместе куда-то сгоняем, попутешествовать и так далее. То есть попробуй вовлечь этого человека в то, что ты хочешь. То есть чтобы у тебя появился единомышленник. Наверняка, если ты задашься такой целью, он обязательно появится. Что ты можешь сделать? Ты можешь найти в своем городе какие-то офлайн, живые, я имею в виду, какие-то площадки, мероприятия, на которых собираются, например, стартаперы, которые хотят открыть свой бизнес. Или какие-то спортсмены, может быть, спортивные тусовки, движухи, какой-нибудь марафон, который там битва героев или гонка героев, я не помню, как это точно называется. Также в интернете сейчас есть очень много форумов, где ты можешь заобщаться с этими людьми, и наверняка кто-то из них окажется из твоего города и даже, наверное, какая-то команда единомышленников. То есть где-то эти ребята постоянно собираются. Это очень крутая тема. То есть тот, кто хочет, он ищет возможности. Тот, кто не хочет, он ищет оправдания. Поэтому если ты задашься целью поменять свое окружение, это обязательно у тебя получится, потому что я проверил это на своем опыте, и я знаю, что получится и у тебя. А еще есть момент, что иногда вот это вот окружение – это некая отмазка, то есть это некий твой самообман. Ты говоришь, что дело в окружении, у меня друзья такие-то, алкаши там или раздолбаи, поэтому у меня вот так-то, вот так-то. Тебе надо четко заметить, что действительно ли они на тебя плохо влияют, или это просто причина оправдать свое бездействие. Может быть, ты сам из себя ничего не представляешь, поэтому кто к тебе потянется? В первую очередь тебе надо сделать следующее. Тебе надо самому подумать, чем ты можешь быть полезен вот тем вот людям, с которыми ты хотел бы общаться? То есть, как бы, почему они должны общаться с тобой? Что есть в тебе такого? То есть, обязательно нужно вспомнить какие-то свои полезные качества, еще больше их прокачать и начни заниматься собой, начни с себя. Хотя бы начни бегать по утрам, потому что в идеале самым крутым мужикам, которые чего-то в жизни добились, им как бы то или иное окружение, оно никогда не мешало ни в чем. То есть они делали, несмотря и независимо на никакое свое окружение. В идеале тебе нужно стать такой личностью, стать таким человеком, чтобы самому создать свое окружение, свою команду, сплотить вокруг себя людей. Но это уже большая трудная работа. Самое главное вот именно в этом пункте – отследи, не является ли отсутствие хорошего окружения вокруг тебя просто твоей отмазкой и самообманом, который использует твой мозг. Есть такое прикольное упражнение, которое, кстати, не каждый будет делать из-за собственного дискомфорта, лени, неуверенности, нежелания вылазить
за зону этого комфорта и просто тупо из-за причины нежелания отрывать свою жопу от дивана. То есть упражнение выглядит следующим образом. То есть тебе нужно найти в своем городе, даже если это маленький город, у тебя так или иначе есть какие-то люди, о которых я сейчас расскажу. Тебе нужно найти в своем городе как минимум трех человек, которые в этой жизни чего-то добились. Причем они должны быть из разных сфер. Возможно, это будет бизнесмен, возможно, это будет какой-то руководитель, там, может быть, заместитель мэра или кого-то еще. Возможно, это будет какой-то там ветеран войны, если, дай бог, еще они остались живых. Возможно, это будет какой-нибудь спортсмен, например, там, ну, какой-нибудь штангист, который побеждал на мировых соревнованиях, просто сейчас о нем немножко подзабыли. Тебе нужно как минимум 3-4 человек таких найти, поискать их, соответственно, это уже твоя проблема, как ты это сделаешь, встретиться с ними вживую, возможно, угостить их чаем, пригласить в кафешку, напроситься в гости. Опять же, я эти вещи тебе разжевывать не буду. И узнать их жизненный путь, как они пришли к этим вершинам, то есть что помогло этим людям, как бы какие качества, что они делали, какие действия, оказаться там, где они сейчас, то есть достичь тех вершин, которых они достигли. Это очень крутое упражнение. Оно тебя сильно просветлит, и плюс оно расширит твою зону комфорта, потому что нужно же будет отрывать свою задницу, нужно будет напрашиваться к незнакомым людям и так далее. То есть люди стесняются, люди смущаются, люди зажимаются, но еще раз, в наше время это самые негативные качества, которые могут быть у тебя. Тебе надо через это перешагивать, а не оправдываться своим вот стеснением, своим смущением, типа кто со мной будет разговаривать, кому я нужен. Обязательно попробуй это сделать. Еще хочу, вот пока не забыл, сказать о двух критериях. То есть смотри, как понять, что это окружение, которое тебе нужно. То есть некое понятие ЧСМ, чувствую себя мудаком. Если, находясь рядом с этими парнями, в той или иной степени ты чувствуешь себя мудаком, ну то есть ты понимаешь, что ты до них где-то не дотягиваешь и очень сильно, значит, это как раз те ребята, с которыми тебе надо тусоваться, общаться и быть им чем-то полезным. Есть еще обратный путь – общаться с теми ребятами, которые ниже тебя во всех смыслах, и на какое-то короткое время это даст тебе такое ощущение собственного превосходства, что все круто. Но вопрос, когда ты скатишься обратно до того уровня, на котором находятся они, это вопрос времени. Как, опять же, есть такая метафора про лягушку, то есть если лягушку закинуть в кипящую воду, то она моментально выпрыгнет, у нее сработает рефлекс, потому что она обожжется. Но если лягушку положить в холодную воду в кастрюлю, начать медленно ее подогревать, то эта лягушка постепенно сварится. Это говорит о чем, что если ты будешь общаться с людьми, которые ниже тебя по уровню социальной пирамиды, вопрос, когда ты сваришься, когда ты станешь таким же, как они, это вопрос времени. Также я могу сказать, что у меня у самого было много кейсов, когда я перестал общаться со своими какими-то бывшими друзьями. Не потому, что я зазнался и куда-то там вырос, и я стал пафосным, и со мной стало невозможно о чем-то говорить. Дело в том, что они остались на том же месте, где они и были. А я куда-то подрос. То есть это не они стали хуже, потому что типа с ними тебе теперь больше не о чем разговаривать, они какие-то там стали плохие, неинтересные. Просто ты вырос, а они остались там же. Слава богу, сейчас есть интернет, и благодаря его возможностям и ресурсам ты можешь очень легко найти себе новое окружение. Поэтому не надо думать, что все так плохо, не надо отчаиваться. Я в тебя верю, поэтому присоединяйся к нашей тусовке. Ищи, пиши комментарии под этим видео, под другим видео на моем канале, ищи каких-то ребят из твоего города, и я думаю, что у тебя обязательно все наладится, и тебя ждет успех. Это был Шамшурин. Еще раз подписывайся на канал, ставь лайки и дизлайки. Увидимся в моих следующих видео. Пока!